Ребята, всем привет, с вами Александр, у меня сегодня воскресенье, и нам нужно немножко посражаться. В общем-то, у нас есть шоу арены, мы сюда обязательно заглянем. Кто ж пропустит вот такой вот бой, 3 тирекса, ну нельзя пройти мимо 3 тирексов. Также у нас есть бой с усилениями, где обязательное условие это хищники X1. Дрожь земли. У меня сейчас на часах 6 часов 20 минут, а эта штука заканчивается, то есть еще тут час, тут еще может быть 40 минут, я думаю, то есть почти 2 часа, 1 день, 2 часа. То есть оно закончится примерно 7 за, в понедельник 8 вечера по Киеву и на час больше по Москве, по-моему, так получается сейчас. Да, так что я думаю, может, если все в порядке, то еще воскресенье, в понедельник еще мы постримим турнирчики, а тут в 1%, может, еще у нас получится подраться, так что воскресенье не получилось постримить. Так что. Идем на разминку. У нас есть 3 рекса. Три рекса. Кстати, да, по поводу, я вот все существа не там. Вот, я нашел здесь, да, есть редкость. А, ну, редкость-то есть, а выбрать, спасибо, мне как бы не хотелось начинать с обычных существ. Ну, как бы это ни о чем, ребята. Если я не могу выбрать редкость, то это как бы бестолковая штука. Эх, я-то думал, мы сейчас как-то зарубимся. Ну ладно, давайте я сейчас таким дедовским методом. Вот этот ползунок внизу, ну чё не сделать бы его так, чтобы можно было прокрутить? Ну как? Как это можно было допустить? Сделать ползунок, но не сделать его крутибельным. Так, вот я далеко зашел. Есть у нас Велосирептор. Велоцираптор и спинозавр. Ах, ты ж, всего их двое надо. Всего двое, ребята. Тогда спинозавр. Так, а теперь крутим обратно все это, потому что нам сейчас нужно взять кого-то очень крепкого и травоядного, чтобы он мог выдержать много. Ну, давайте пусть будет Стиги. Я думаю, эта двойка у нас сможет затащить. Ну, а суть, конечно, вы поняли. Суть в том, что я хочу завалить Тирекса спинозавром. Кстати, может, даже если так как-то особо выкрутиться, получится даже пробить двоих. Хотя маловероятно. Так, что-то мне кажется, что я сейчас отхвачу люлей. Это вам не шуточка, Тирекс-то бьет больно. Надо было брать Манастигатопса. И... пробил. Так, сейчас я отхвачу в ответочку, но думаю, да, у нас хватит баллов спинозаврику пробить Рекса. Так, Стиги пошел отдыхать на боковую. И это редкая, очень редкая дуэль, которую мы можем с вами наблюдать. Блин, смотрите, насколько крупнее кажется Спинич. Да, ну он, понятное дело, стоит к нам ближе, но это никак его не уменьшает. Как писали в Jurassic World Evolution, 20 тонн против 10 тонн, двукратное преимущество по весу. Ребятки, ну и лавина ударов в виде 6. Так, а если... Так, напоминаем, помните, там табличку я постил недавно? Да, сила удара, множитель силы ударов. То есть, как вы знаете, то есть мы били на 6, значит, удар у нас был примерно... раз так, наверное, в 12-15 мощней. Кстати, сейчас я вот тут пытаюсь найти у себя на телефоне эту табличку. Надо ее, кстати, сохранить сейчас еще раз. Так, когда мы били на 6, да, это было x12 на самом деле. Считай, что у нас урон увеличился вдвое. Суммарный урон увеличился вдвое, ребята. Вот так вот.
Save to Gallery. Сделаю на телефоне, теперь он у меня всегда будет в галерейке телефона. Так. Ну, кстати, раз мы тут уже, у нас идет турнир на пахиринозавра, давайте я вам покажу пахиринозавра. У меня как раз они все есть. Вот так выглядит обыкновенный пахиринозавр. Вот его 20-й. 30-й вариант, ну, как видите, как бы нифига не меняется, пока не приходит 40-й. У него голова просто невероятно гигантская. Вот, глядя на первого, может показаться, что он маленький. Но на самом деле он чертовски здоровый. Если вот с ним сражаться кем-то, вот каким-то другим цератопсом, он реально, у него голова просто гигантская. Давайте, кстати, прочитаем. Вы знаете, что название пахиринозавра означает толстоносый ящер. И связано с размерами носа этого зверя. Но пусть будет так, да? Взрослый пахиринозавр весит 4 тонны, в 2 раза меньше, чем трицератопс. Как и бегемот, третий по величине наземное млекопитающее. Ну, был бы. Так, рацион пахиринозавра состоит из жесткой волокнистой растительности, поэтому ему нужны мощные боковые зубы. И пахиринозавры обладают парой выступающих рогов, растущих из шейного воротника, а не морды. Но у него должен быть крепкий воротник, толстый, раз там такие рога помещаются, в отличие от цератопсов других. Вот такие вот дела, ребята. Так, а мы идем дальше. У нас есть бой с усилениями. Это бой у нас непростой. Это бой шикарный. Так, хищники X1. Хищники X1. Так, давайте сейчас... хищники X1... X2 и X3, то есть три самых сильных хищника остаются на следующий бой у нас. А сейчас можно как бы амфибики использовать. Так, одна амфибика пойдет на следующий бой, две амфибики пойдут на следующий бой. Ну, так. Хотя вообще-то, вообще не знаю, мы сможем затащить ли вот таким вот набором. У нас удар в 2 раза меньше, жизни намного меньше. Не, походу так дело не пойдет. Так, сейчас надо 5 самых сильных хищников тоже как-то оставить. Раз, два, три. Не знаю. Кого тут взять? Ну, Остапич. Да ладно, справимся. У нас же есть усиление, как ни крути. Погнали. Что-то я так слишком заморочился с выбором существ. Ну давай, Юдон. Один. Это нехорошо. Кстати, следующих 2 я не выдержал бы. Так, это я его пробил, один добавил, 2 в защиту. То есть я пробил и должен выжить. Ой-ой-ой, 1700. 2. Все отлично. Проатакует. Ну, на один всего лишь. Пробил, да. Ха. Вообще, мы тут как-то по-быстрому, ну, что-то усиление попадают, так что хочется их просто взять. Чего? Он нас не проатаковал? Трусишка, пахигалозавр. Ну тогда тебя съест Индораптор.
Ну, лютое существо. Дерзкий, как... Не знаю кто. Так, секундочку. Вот так вот. Почистил свое настольное микромусорное ведро. Так. Теперь берем сильнейшую амфибийку нашу. И два крепких хищничка. Помчались. Ай-яй-яй-яй, я думал, что-то как бы это позволено. Ну ладно. Так, ну... Тут, наверное, стоит 3 удара в ряд наносить. Чё бьешься, гадёныш-то? Кстати, вот так вот сразу мы его и выносим. Ах ты ж гад, таки поставил защиту. Думал, вот если бы я его вынес, то с пахиками было бы легче, у них удары-то послабее будут. Так, ну они сейчас сожрут. Сожрут моего горгазуха. Ну, 4 удара, да. На все 4 зато проатакует. Ха-ха-ха. Это нам очень... Очень выгодно. Ну, думаю, тут мы, может, даже без усиления этих обойдемся. Смотрите, какой трусишка. Он же меня мог пробить. У него 1000, а у меня 5. Более чем достаточно на 4 ударить. Ну вот, решил он сейчас на все 6. Это отлично. Значит, Юдон сожрет одного, и Церазинозавр сожрет. Вообще шикарно получается, ребята. Раз, два, три. 4 удара нужно всего лишь Юдону, чтобы пробить Пахигалозавра. Кстати, ему тоже нужно 4. Это вот сбалансированные существа, кстати. Вот так вот можно проверять баланс. Кто за сколько ударов кого убивает. Вот это и есть равенство. И вот он меня за 4. И я его сейчас снова за 4. Но у меня есть 8. Я не буду жадничать, я отдам все 8. Ну, у нас такая битва самых сильных существ между собой, такая разборка. Так, ну еще у нас один боёчек. И 3 хищника. Ха-ха-ха. Так, вот интересно. 3 эндораптора. А почему бы нет? Погнали. Так, ну первого мы сольем. Без вопросов. Так, ну мы... Два, вы... Блин, ну вот пару баллов не хватило. Это, кстати, очень нехорошо. Так, уравниваемся. У нас теперь будет столько же... Ой, столько же. Что-то намного больше, чем у него. Я его пробью, да? Хватит. Не гляди... О, опять же, тоже чуть-чуть, тут чуточку больше. Там 400 баллов каких-то буквально. Так, 29 тысяч жизней у индораптора. Ха-ха-ха.
Два удара. Пфф, это как комар укусил. Это просто имба. Интераптор с таким количеством жизни не убиваем. Давайте, неужто ли мы пробьем? Да! Тупо три раза нажал на атаку и три мертвых пахигалозавра. И это был только 30-й. Это был 30-й. Усиленный только по здоровью индораптор. Вообще порвал, даже не заметил. Так, ну и три набора, да? Прикольный дилос был. Тирекс. Алыч. Очень сильное существо в Jurassic World Alive. Вот такие вот, в общем-то, дела, ребятки. Так что держим пальцы накрест, чтобы получилось все со стримчиком. И тогда встретимся завтра в прямом эфире. Всем пока.